правительство страны будет направлено предложение Ненецкого округа о создании единого федерального казенного учреждения, в задачу которого будет входить содержание, обслуживание аэропортовых комплексов за счет средств федерального бюджета. На совещании под председательством полпреда президента Владимира Булавина и с участием министра транспорта России Максима Сахалова обсудили вопрос межрегиональных авиаперевозок. Авиаперевозки на местных линиях субсидирует округ, а на финансирование межрегиональных в Москву, Санкт-Петербург, Сыктывкар-Усинск выделяет средства в федеральный бюджет. Игорь Федоров вышел с инициативой включить в этот перечень рейс на Архангельск, как наиболее востребованный. Вопросы развития эффективной системы регионального авиационного обслуживания арктических районов России, таких как Ненецкий округ, где авиация является единственным средством транспортного сообщения, требуют более пристального внимания со стороны федеральных властей и должны рассматриваться в приоритетном порядке, сказал в завершении своего выступления в представительстве губернатор НАО Игорь Федоров.